Кировские апатиты отметили День Победы. Традиционно прошли митинги, шествие бессмертного полка и возложение цветов памятным знаком нашим соотечественникам, погибшим, защищая Родину. О празднике, объединившем поколения, в материалах наших журналистов. Сегодня 9 мая 2019 года. Я приветствую всех, кто по зову сердца пришел в этот святой для каждого россиянина день, чтобы отдать дань глубокой благодарности всем защитникам Родины. В митинге у воинских захоронений на 16-м километре приняли участие ветераны, руководители городов Кировской «Апатиты», Кировского филиала акционерного общества «Апатит», школьники и неравнодушные граждане. Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство, за весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем. Не один год уже выступаю, а подмечаю, что День Победы – это тот праздник, на котором мне труднее всего. Сердце колотится, волнение бешеное, когда понимаешь, что бы на самом деле могло произойти, если бы не было этой победы, если бы не было этого дня. Вот сегодня, 9 мая, это день, когда все бытовые споры, какие-то производственные, уходят на задний план. Стираются границы между городами, областями. Посмотрите, прекрасные шествия нашего прекрасного бессмертного полка проходят по всему миру. Тем временем у библиотеки имени Горького уже выстраивается колонна бессмертного полка. Позднее к ним присоединились горожане. Праздничное шествие прошло по улицам города к памятному знаку кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мы храним глубокое уважение к этим людям, к этому поколению выстоявших, преодолевших все сложности, не только страх смерти, но и голод, лишения. То, что сделали они, невозможно представить современному человеку. Мы преклоняемся перед ними. Они для нас являются нравственным ориентиром, позволяющим оценить, а всегда ли мы правильно поступаем, так ли мы себя ведем. Сможем ли мы сохранить Россию для последующих поколений? Именно они являются для нас важнейшим жизненным ориентиром. Когда тебе волжская вода, земля помыла в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня, страдались мы у волжских берегов, по волну шли дивизии врагов, но выстоял берег наш солдат, но выстоял бессмертный солдат. В Кировском городском дворце культуры начала работу праздничная программа. Вечером в театральном дворике развернулась интерактивная площадка «Солдатский привал». Провожали в армию призывников. Быть полезным и быть ответственным. Я, получается, от военкомата сейчас сдаю на права категории МТЛБ, то есть это гусеничное производство. Ну, гусеничное. На гусеничном тракторе. Мама всегда также говорила. У меня есть категории на погрузчик. Люся, водительского удостоверения. И сейчас я сдаю, получается, категорию С. Это грузовой автомобиль. Кто нам опять портянку? Есть нужно два такие? Человека на нашу импровизированную сцену. Марш! Аплодисменты. Ну-ка все дружно аплодируют нашим женщинам, которые умеют надать портянку.
несколько минут здесь, в театральном дворике, пройдет всероссийская минута молчания, после которой все кировчане исполнят песню «День Победы» и выстроятся в большую звезду. Они уже получают воздушные шары красного цвета. День Победы! День Победы! День Победы!